сегодня даже сами кенты его не побьют. Так, ну что, братцы, всех рад приветствовать вы на канале Кент Метро Рояль. И это, блин, ну, пушечный ролик, братцы, о том, как мы с моим кланом взяли первый в истории вообще турнир по Метро Роялю в СНГ. Официальный от PUBG Mobile, который транслировался на PUBG Mobile СНГ. Мы забрали первое место уверенно, поэтому, ребята, я хочу всем поблагодарить, всем большое спасибо, что за нас переживал. Сейчас посмотрите, как мы это сделали от нашего лица, наши волнения, там, наши нервы, крики, короче, все, что было, все сами увидите, своими просто глазами, потому что многие, я знаю, что не смогли посмотреть этот турнир, потому что отрывки у меня там трансляция где-то прерывалась, кто-то не знал, где посмотреть, поэтому смотрите, как это было просто от нашего лица, как у нас все это удалось, как у нас все это получилось. Поэтому всем еще раз говорю спасибо всему своему клану, кто за нас переживал, особенно своей команде, которая просто сделала все, ну, мы работали просто командно. Поэтому всем большое спасибо, там, ВТК, Хам, НГЛ, пацаны, как бы, ну, сделали свое дело, отыграли, как, ну, просто, вы отобрал лучше, сделали, как, ну, если как смогли. Мы сделали лучшее, то, что, в принципе, нужно было сделать, мы сделали топ-1, и все. Поэтому, ребятки, всем приятного просмотра, с каждого лайкосик за такое, обязательно за такое старание, ну, брат, прожми, не стесняйся. Поехали. Братцы, хочу вам всем порекомендовать отличнейший сайт KupiCode Gold. Это сервис пополнения счета мобильных игр. На сайте KupiCode Gold самые низкие цены на рынке. KupiCode Gold – это больше, чем просто сервис пополнения мобильных игр. KupiCode Gold – это игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. Пополнение счета происходит в несколько действий. Выводите свой игровой ID, выбираете себе нужный пакет и, конечно же, вводите промокод Кент, получаете 5% скидочку. Сервис не запрашивает пароли и другие данные от вашего аккаунта. Авторизоваться можно через ВК или Telegram. Ссылочка в описании. Поехали, пацаны. Тихо, самая жопа. Что, пацаны, давайте сразу метрошку попробуем здесь пройти, да? Да. Левее сразу, ну, да? Справа надо посмотреть их. Я думаю, они там за хатами закрутят. Можем прямо лево уйти. Может быть, сайта там и нет никого. Ну, хотя навряд ли. Команда Kent Team. Я буду болеть за них. Действительно, большая у Кента аудитория. И с этим тяжело поспорить. Я тогда буду за Жизу. Может, крутят на гору и пропускают. Не видно. Но мы сейчас приедем жестко на приемку, получается. Может, на повороте уже остановимся и пешим поедем? Да здесь нас не успеет. Поехали. Вот такая, чекай. Тормози. Стой, дымы, тут вы, куда вы? Ну, все, я уже никого не слышу. Пробежал. Я поехал случайно. Не вижу никого, они, скорее всего, просто пробежали или там приедут. Дерьмовая позиция. Да, это вообще, да. Да не, справа еще должны быть. Да, они либо внутри крестят, либо уже ушли. По-любому там, просто прием будет. Нам нельзя, наверное, подниматься, нас зажмут. У них файт, тише. Пошли. Да. Один, походу, вправо убежал, налево убежал. Дали нам. Видя один. Задаток, да. Мне, пацаны. Аккуратно. Один. Хорошо. Пошли вдвоем. Можем тут слева закрыть. У них минус точно был, угла в стену. Давай. Минус один у них точно был. Хаены проходаю. Добил. Он справа должен быть сидеть. Он пытался уезжать. Давай. Заходим. Торопимся. Справа есть. Справа. Это другие либи, торопимся. Не, я здесь. Там много. Я пойду за Утай уйти. Слева только один топает, как будто бы он остался один. Вот не, вряд ли. Если нам дымы дали, нам можно дымы дальние закидать. Один труп тут, один тут. Молек даю напрям. Парни, здесь у нас он есть... Он прям налево. Давай, парни, сюда идем, они все здесь где-то. Но если он остался один, он не будет рисковать. Парни, все вместе держимся. Нам нельзя сейчас разбегаться вообще. Я латаю ящик себе. Я могу сесть на втором этаже? Арака. Я Ви, давай к ним, Ви. Давай, надо подстраховаться. Не надо.
Канатку чекайте кто-нибудь. Контроль, перебежку. Никого. Никого, никого, нормально все. Дымят перебежку. Перебежку переходи будут. Нормально, мы отошли. Я челюсь. Я еще прилетела. Пробегай. Вот за этой будкой. Далее ему. Спрыгнул вниз, пацан, к вам. Нет, мы уже не, мы отошли. Все, отходим. Лутаем здесь дальше. Парни, заходим в здание, занимаем. У нас поднимается сзади, у нас сзади поднимается, сзади поднимается. Вышел один. Внутри к нам. Найс. Это большая ошибка будет, и команда Кинда находит ног по ребятам из Жиза. Тим откидывается молотов, и пропушить пока не получится. Парни, вот сюда один падал, но я не знаю, насколько он там отошел. Но он как будто отошел, парни. Конечно, да, писемка очень сильно решит проблему нашу. Они вот то босса убил, у них по-любому письмо есть. На канатке. Да. На канатку Молика дал. Я сейчас от ящика отыграю на канатке. Смокей чуть дальше на бомжах, на метке желтой. Парни, короче, у нас типы, которые на боссе, а вот они забрали по-любому босса. Надо там... просто дверь кануть. Да, есть двое! Двое, они лутают угловой ящик, пацаны. Дал кому-то голову. А канатка есть. Дайте плюс мне. Они вдвоем на льду. Да, вот такая вина, вот такая. Вдвоем на льду. Один на коробке справа. Лопнул его. Лучший. Это душнило. Это мной, вот тут, вот тут. Я добил, меня лопнули. Нормально, он за той стороной. Да. Все нормально. Короче, я вверх, пацаны. На канатке смоки. Я канатку чекать буду, пацаны. Вы там втроем, если что. Нормально. Нокнул второго. Отлично. Акулу нокнул. Справа на боссе минус 2. Там еще минимум. Слушай, я попробую залезть. Я под смоком золотая душнила. Давай. Делай, быстро. Хорошо, парни, канатку. Вот. Хорошо, я простреливаю, на всякий. Вот здесь два трупа, и там еще один далеко, который ты дал. Очень много ратки. Я светил. Они с босса не выбили. Окей, найс. Вот тут ратку надо забрать. А центр лед топает. Центр лед. Письмо есть. Есть письмо? Okay, давай центр, сюда. Лёд топает. Спина. Я сейф. Ну, я можешь забавкой тапнуть. И по смокам желательно. Ну да ладно, опустим эти моменты. Полетел, ютил у нас шикарный. Ютеку, НГЛ, не лутай. Нужна помощь. Вот они досиделись, пацаны. Мы сможем через босса, пацаны, уйти? Да. Ты можешь как-то попытаться меня перебежать. Меня, да, быстро. Я закидываю. На воде было аккуратнее. Вить, я закинул. Набежал. Центральную воду пытаюсь забрать. Вить, по воде обгазуй. Я прям через мост. Бля, я канатку боюсь. Все, ушел. Все, скикнем? На выход? Сколько у нас? Надо у нас 4 ляма. 4 ляма и 4 кило. 4600. Нам письмо надо. Но можем пересидеть, просто ждать, пока фатятся все. Потом письмо и убьем последний. Всех залутали? Да. Мы можем тупо прям на боссе, пацаны, в центре сесть и все, я отыгрываю спокойно. Где-то давай в среднем считать за каждого человека потеряно 800к. Вы посмотрите, у команды Кинта 4 почти с половиной миллиона за лута. Это только первый матч. А, нет, тут только... Кого? Тип крыша, говори уже. На крыше. Лёг на крыше. Догнать его надо, спрыгивай. Бегу на ракеты. Он тут, Он на крыше. Да, на крыше стоит. Не вижу его. Обратно ушел. НГЛ с той стороны, Два смотрим. У нас типы здесь упор, парни, у нас. Подходим. Он каленый. Бегу. Главное не добить. Он каленый, я тело дал. Найс, тап. Дымы. Минус ВКшники, минус душны, минус 3 пака точно было. Остался Жиза, который засиделся там с той стороны. И Санта. Я бы на крышу попробовал залезть. Делай. Смотреть. Смоки на выходе, где Жизовские были. Пацаны, понимаете, смотрите, какая херня. Сейчас Жиза будет до Талова сидеть здесь. 100%. Понятное дело. Потому что у них нет. У меня 2 планшета, я обменял. Жиза минус. Жиза один, тут умер. Окей. Да? Найс. А мы, кстати, двойку только слышали. Получается, еще Сантовский есть. НГЛ вниз спускайся, еще есть Сантовский. Санта, Жиза как минимум. Акула, да. Я акулу нокнул на факторе, он еще оставался. Обменник, пацаны, обменник, отработайте, пацаны. Планшеты. А планшеты, есть у кого планшеты? Есть планшеты, пацаны? Нет, я два обменял стою. Окей, скипово.
смотрите, один в окне в первом, один на... Найс! Это дядя переждал. Три пака. Жиза? А, хотя нет, же у них файт был, походу Санта убили. Получается, как его? Санта ушел в лобби. Походу. Как же с чашкой без кивчата, конечно. Парень, давайте, слушай, пацаны, а зачем мы ждем? Чё? Пошлите просто, скипнем катку нафиг и все отсюда. Зачем? Пойдемте, нормально. А может на яйцах одного пустить пустого за дверью? Проблем. Давай все до выхода дойдем, а потом пустим. Погнали, газ. Потом просто окей, можем газ. Двоих запустить. Мы можем сейчас просто карту полутать тогда, че. Ну. Подъем катив. Не вижу где. Погнал где-то. Рядом где-то сидит. Он убегает. Не бежал. Стой! Выход возьми, наш, возьми рад, куратку забери. Вот кто-нибудь один так вот. Погнали. Не вижу. Убежал дальше. Смотри, коробка, приехали. Я буст. Молик. Я его даю. Молик кидайте. Тапай. Гоня, молик, б***ь. Все, тихо. У меня больше нет молика. Есть еще молик? А, есть, три молика. Я буду продлевать. НГЛ, уходи. Блядь, хае. НГЛ, у тебя ротка, уходи. Нормально. Все, надо через улицу уйти, у меня броник 0. Они видишь, что делают? Они просто здесь ждали всех. Кенти могут развернуться и попробовать зайти на другую точку выхода. Но времени остается 11 минут. И дадут ли им пройти, и хватит ли им времени, чтобы пройти, тоже совсем другая история. Надо через этот выходить. Короче, пацаны, пошли через ракеты. Через ракеты, газ. Да. Давай направо, можно прямо здесь залезть. Погнали. Прямо через дверь. Главное по сторонам, смотрите. Мало ли сидит. Ну, Жиза просто, видишь, он понял, что ему выходить не вариант. Ну, заходить уже, понятно, все. Ему надо было приеме только. Пацаны, короче, мне надо по-любому выходить, потому что у меня броня, все. Просто стол. Да, мне тоже. Прям, парни, всю мелочь собирайте. Да, у нас выход просто... Все, что есть, лопа. Пацаны, все собирайте. Сколько, НГЛ, у тебя выкладка? У нас 5,3 вообще. Ой, 1,1. А, все, вижу, 5,3, 5 киллов у нас. 5,3, это еще без киллов. Пацаны, просто аккуратно отыграйте и все. Но знаете, пацаны, что они на стриме уже все чекают. Лёш, давай я засяду, короче, справа около ящика, а ты пойдешь дверь утонешь. Вот этот вот ящик, я так и не залутал, если что. Проходи, я там никого не слышал. Я трупы хочу на нажать. Канатке никого, на канатке, никого. У двери топает чел. У меня кто-то ложился, я слышал. Да, у меня тоже там кто-то ложился. У тебя подавай тебе бежит, убиваю. Убил. Это минус дедовский. Ой, дедовский, дядь Ют, блин. Сзади. Быстро утань. Лёха. Отходи. Я отошел. Быстро дверь утаешь и скипаем. Не, он его будет контролить сейчас жестко, тебе нужна помощь от тебя. Я смотрю его отсюда. Он не идет. Тихо. Я не слышу холода. Он на факторе был или на воде, где? Он под факторе был, вот тут вот, слева. Все, уходишь? Да, отошел. Погнали через выход, быстро. Мне покинуть надо. На факте никого не видел. А, у нас 100 секунд. Слева, руки, там быстро. А, у меня... Погнали. Давай, пацаны, давайте, нормально все. Все, уходим. Красавцы, просто лучшие. Все, сделали грязь. Ребята из кентов сделали гениальнейший мув. И, собственно, становятся MVP карты. 6 400 000 забирают с арктической базы. Рекорд, мне кажется, сегодня даже сами кенты его не побьют. На канапку и... Нас сейчас справа пацаны могут зажать очень сильно. Да, все может быть, но мне кажется, не будет. Надо главное проскочить. Лево справа, справа могут на канапке сейчас прилететь, я лево смотрю. Нет, есть. Где? Лево? Лево. Да, есть. Уходим. Все нормально, пацаны, уходим. Просто уходим. Нет, косуем. Все, пацаны, просто забираем ракеты и босса главное забрать. Можем прям на боссе внутри отыгрывать. Я говорю, Вить, если у нас пачка там будет, где мы спавнились, когда играли, то они быстрее босса зайдут. Тогда ракеты нужно лутать и забирать этот головку. Мы на ракетах? Лутаем фул ракеты, да. И уходим направо, ближе ко льду, если не будет никого на боссе. Если, точнее, не будет никого на боссе, идем на босса. Все, лутайте, только не стреляйте. Они могут тоже не стрелять. Аккуратнее, они могут уже стоять там, лутать. Ну, босс, нас сейчас бот спалит, понимаешь? Смоки дам от фактори, потому что мало ли. Босс тихо. Ну, можете потом на босса прибегать. Можем на хаос уйти. Парни, предлагаю босса забирать. Погнали. Я долутываю, я эту свечку не трогаю, которая да. В этом. Я долутываю второй босс... этаж и все, выхожу к вам. Парни, босса. Сразу босса лупайте, пацаны, письмо забирайте. Там 600. Хам, если что, снизу. Окей. Я молик. Смотрю, я молик.
Я моликом вот тушите, лутайте. Если кто пойдет. Лутайте быстро. Черное письмо. Найс. Парни, если люди подойдут, все на босса сразу заходим. Мы боссфу утоны, леги в этом поменнике. У меня подстрахуй кто-нибудь моликом, пацан. Кто-нибудь моликом подстрахуй. Давай, 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 давай. У нас, короче, смотрите, где могут быть. Да слушай, везде. Парни, я фиолки тоже обменяю, потому что, ну, они место. Обменяю, чтобы место было. Да-да-да. Бэри хаус, пацан, лутает. Странно, все воюют, видимо, везде. Киллы решают очень сильно. Ну, мы можем до Митори дальше пройти, посмотреть. Да лутать свечку и пройти давай. На факторе. Давай, давай, все направо. Пошли прям по правую стену. Там, если что, засядем между. И бегут, 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 он был. Убивайте. Он убежал. Не, он бежал, он наспалил, отбегает. Отбегает по этим, по балкам. Парень, 3200 всего лишь, это вообще просто ни о чем. У нас еще дверь есть. Они далеко, они вот прям за последними балками бежали. Они будут отбегать полностью. Письмо тут лутано, заходили с этой стороны. Там файт, 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 файт. А давай кто-нибудь, пацаны, давай, блин, ну просто там не вариант идти на факт. На факт. Ну у меня! Один на воде. Нет, на дозорне. Да ты один на факторе в окне. Один на факторе в окне. И он оф подо мной. Ой, Витя, аккуратно. Факторе ног. А, нет, факторе ног добили. Факторе ОХП. На факторе первый. Это команда Душнилы. У Душнилы должен был быть минус, они файтились. С Жизовскими или Сан. Найс. Заутали, нет? Подсмоком типа? Попробуй. Не-не, я буду подсмоком чекать его. Он у нас на парапете, они его пул смотрят. Я смотрю окно. Да, мне такая хреновая позиция. Смотрите. У него радки нету, но у него все золотое выпало с него. Да, это окунь. Броник и... Прицел посмотри, прицелы берутся же вроде? А чё по льду, пацан, кто лед чекает? Лед не идет. Пока что. Давай, пошли, пошли двушки лутай по краю. Куда, значит, ну что делать? Нет, там все лутано, скорее всего. Да, но я, пока... у меня два смотря. Я через окошко буду смотреть воду, но я не знаю, вряд ли. А, парни, там всё, на улице. На улице файт. Да, ну это херня, у нас 3300 и 1 килл, это фигня вообще. Пошлите потихоньку. Прохожу. Да, там здесь все золотно, здесь все валяется у них. На левую, с левой стороны. На парапете, на парапете, на парапете, да, вот здесь, вот здесь. Watch out. Вдоль забора. Да, топает, топает. Близко, НГЛ. НГЛ, ты один. Найс! Это факт. У меня еще по домой. Да, второй этаж один. Маленько не откидывает. Второй этаж факт. Добить можно? Нет. Второй этаж, пропет. А куда на пол? Он вниз, там его резают, забей. Да. Парни, а если мы сейчас к двери пройдем? Мы просто откроем дверь. Мы не пройдем. Почему мы не пройдем? Потому что факторе второй этаж чекает. Мы прям слева сейчас можем, смотри, слева по факторе можем прям по этому, по пандусу пройти. Пошли. Погнали. Ну давайте попробуем. Давай. Да, тут. Он стоит. Подожди, дай молик ему. Апа, я бы хаешку загрел ему. Стой, там молик, не пройдем. Пошли. Хаем, мне ноги пролетел! Я норм, я хил. Почти что минус. Пацан, надо запрыгивать туда. Там надо залезать. Кто-то здесь стоит. Он уходит. Хае, нахуй, головой отбью. Предыдущий матч Ахмат, в принципе, в соло остался, пытался как-то он выживать. Ну и давайте посмотрим под пушку. Ой-ой-ой. Тоф. Хам, тут своевременно уходит. Парни, короче, пацаны, все, идем дверь открывать. Парни, погнали. Сейчас другие придут, давай. Фушмаки. Я тут у них на пандусе стою. Я буду вас чекать, у них нет инфы обо мне. Письмо у кого? У меня, я иду. Чекайте один тогда вот это вот. Не убить оттуда могут. Они стоят в дальней части факторе. Не шагают вообще. Двушки контроля. Давай, слитые два красных. Давай, груду, брат, две груды. Сколько там было? Двое, да? Или сколько? Трое. Там только двое топало, пацан. Всего лишь только двое топало. Да нет, там трое. Двое, да. Ерунда, мало. Нет инфы, я не понимаю, где они. Либо в комнате сидят, либо убежали. Тройка. Просто. Есть типы, под нами. Заходят. Хае грею. Хае мне. Хае мне. На той стороне типа. У нас сзади подходит, со стороны двери. Да, пацаны, это мясо. Парни, нужно, короче, выпрыгивать отсюда. Звук! Фамилия! Нет, двойка! Ух
Вау, Ревик, ты какой вообще живучий. Тут хам пытался против 2 по 90 подраться, но не. Хотя вышел. Они оба каленые. А хам, у тебя много рапки было? Да. В дверь, лям. Парни, я предлагаю, нам нужен дымы. И нужно в окошко уходить на обратно, где мы были. Мы можем спокойно уйти сейчас прям. Да. Делайте. Ясно. Надо добивать, НГ, около выхода в метро. По заборам. Да, аккуратно, слева их другие. Санту добили, скорее всего. Еще один подбирает. Добил. Второй ЛКП в дверь ушел. Ай, хорошо. Делайте, братья. Справа еще один, наверху. Вот здесь, смотри, пошли. Еще один здесь. У меня пацаны. Вить, не торопись. Сразу добей будет. Пошли. Ебать ты. Ага. Ай-яй-яй. Акула, братишка, а? Прости, брат, прости, дорогой. Братка чуть-чуть. Забрал. Сам тут залутали, пацаны? Нет. Тут чизы. Фигня, очень фигня. Он прям с улицы пришел. У него тут дешевая только. Сейчас, погоди. Я тебе дам ДМНГ. Не, сейчас я тут наберу тогда. Давай, брат. 3-3 всего лишь. Или сколько у нас там? 2 кило? 4 кило. Нормально, это пацаны. Это плюс 2. А, или сколько? Пацаны, нормально. Это миллион... получается, сколько это дает? 400, да? 4 на 4 сколько? 1600? А, 1,6. Ну, нормально. 5. Почти пятерка, пацаны. 5 вынос. Лежа одного в другую сторону, он в другую сторону смотрит, вот прям на коробке. Они файтятся. Прямо на коробке летит. ВТК. Я не слышу, я не слышу, честно. Я к тебе. Ангел с оружием, может, так? Да. Прилегает, то есть мы... Лежа одного, вот тут под забором лежит. Видишь, справа от тебя однушка, там тип. Фу, видишь, под забором? Мне конечно. Все, отошел. Отбежал на хаус один. Все, на втором. Я понял, где он, сейчас попробую. Где на ящике стоишь, чекаешь канатку? Если он сейчас встанет, то я чекаю. По второму инфы нету. Да, вижу одного. НГ в опасности. Под забором, за варихаусом. Дал башку, две головы дал одному. Найс. Добил, и все, и сзади остался. У меня чекает уже, у меня в упоре вот тут. Пошли. Плюс. Отходит, на хаусе первый этаж. Вот тут. На ту сторону убежал. Ван первого вышел. У них ранки должно быть много. Нет, у меня нет. А они меня удали, Они скинули, скорее всего. Если только они одного не убили. Они фу умерли. Парни, они рад. Они, если ищем ратку, пацаны, нет, ее скипнули. Парни, ищите. Посмотрите вот за этим ящиком, пацаны. Вот за этим угловым ящиком. Не может быть такого, где-то что-то скипнули. Ну да, они хамы заутали. Они где-то возле хауса тайник сделали, по-любому. Да, может, наверное. Сзади хауса. Потому что там типер за забором был, чекайте, фу. Либо на втором этаже, первый этаж, надо тоже посмотреть. О, компонент. Не зря аптечку пацан лутал, компонент за соточку. Парни, стой, пацаны, на двушках на втором этаже очень много ящиков, трупов было. Посмотрите там, пацаны, а. Они же там НГЛ все зачекал. Там просто это, много же. У них не было ратки почему-то. У обоих, когда они бегали, у них не было ратки. Можем идти и лутать улицу. Вот, фу, карту, да, быстренько. Давайте, пошлите через. Как раз время есть. Да, как раз через босса и там. А там обменник на боссе еще должен быть у нас. А, мы им все меняли же, давай. Давай всю подземку, пацаны, прям роем. Делайте. Можете не искать, они с Эльбину лут скинули, я так понимаю, и он ушел. Да, все. Да, в аптечке, пацаны, тоже открывайте, там я за 100 тысяч нашел трезубец. Красное письмо. Найс. А красное мы можем сейчас выйти открыть. Ребята, прожмите с каждой, ребят, лайкосик по-братски. Ребята, я не могу с вами взаимодействовать. Задержка, ребят, 6 минут. Да, тут много файтов было. Ты душнил. Душнил валяется. МКшка, красочка. Он даже до ратки не дошел, бедолага. Нет, это его тиммейт, нет? Это тиммейт, да. Это тиммейт, да. Ой, я потому что он на ратке был. Я не там смотрел, понял. Ай, розовый. Парни, успеваем? 110 секунд. Да, успеваем. Да, нормально. Вам 50 секунд, там 40 можно же выдвигаться. Нет, конечно, 50. Там же не зона, не секунда в секунду. Надо пораньше. Ну, фулл фиолки. С кайфом. Так я вышел. Красавца. 4,8, 6 килов. Нормально. Там тоже 6 килов сделали, да? Да. 750 мы вынесли.
Молодцы, плюс, пацаны, красавчики, ну, просто лучшие. Ну, прям на мужике вообще, Кен. Молодец, успевает тут еще и канистру с собой прихватить, дизеля. И вот, кстати, он, по-моему, патроны как раз-таки скинул. 20 секунд, ты представляешь, сейчас у него на экране из-за потных пальчиков начнет джойстик с ума сходить, и он не успеет. Кент. Это уже прям лютый фейл был бы, но, к счастью, Кенты здесь все сами прекрасно понимают и своевременно... удаляются. Да, 6 убийств они сделали, вот она, собственно. Но давай все-таки, наверное, вместе с киллами считать. Все, поехали, пацаны, собрались. Как первый. Максимально собрались. Если мы сейчас залутаем ратку, можем одного просто отправлять на выход. Чисто одного. Есть типы справа, нет? Право не помогут. Не вижу. Право не помогут. Но они могут по краю пойти. Да, они могут пройти вот на эту вылетку. Watch out! Да, ну... Я думал, они уже засидели с том, дурак, мне 3-4 годика, я старенький больной человек. Пацан, как будто бы сейчас нас предупреждают. Чекайте, вот сейчас. Да, они вряд ли успеют. Нормально. Ребяшка есть. Смотрите. Подошел аккуратно. Справа все равно не подошел. Кирай, ты МКшка, бреет быстро. Стой, ВДК. Я чекаю. Тебя сейчас сзади, тебя сейчас слева сбреют. Брат, тебя сейчас слева сбреют. Там сейчас другая пачка. Я понимаю. Я чекаю как раз левую пачку. МГ, смотри, чтоб тебя вот там не сбрил. Watch out! Че, может, пойдем? Да, пойдем. Да не, они ушли, 25 минут, они ушли. У нас взрывы спереди. На Б, да. Парень, надо буст, дай сделаю сейчас полностью. На второй этаж сразу. Да, просто, пацаны, мы можем просто вызвать момент. Собака. Ничего не лутаем. Не стреляй. Лутаем, пацаны. Найс. Первый не лутан здесь. Я также пройду, так же. Аккуратно. Что? Было плохо, они меня могут смотреть. Фактори не вижу. Около этого письма залутайте. Да, сейчас постараемся. Мне... А, есть я... дымы, да? НГ, есть дымы? Дай мне дымы, пожалуйста, я залутаю здесь, это, ратку. Канатку чекайте? Нет. Да, чекай. Чекай. Я под канат открылся. Нормально. Перехожу лутать здесь. Я на второй залезу тут. Нормально все. Так, сколько у нас? 1.5 миллиона пока. Ну чё, будем на босса переходить, пацаны? Канатка. Да, чекни, НГЛ отсюда, вот, да. Где-то, стань там на ящик и чекай через теплак. Ты его можешь сбривать. Да, я чекаю. Парни, сейчас будет жестко, они понимают все, что эти две катки очень сильно решающие. Сейчас будет очень осторожно все играть. Ну, по крайней мере, это логично. Отыграть максимально аккуратно. Ну, столько, что они прям на канатку даже не выходят, видимо. Парни, я предлагаю пойти на прям... Собака загрелась на двушке. Первый этаж что-то увидел, тут стояло. Танк еще есть. Парни, давайте по мосту, давайте по мосту пройдем на босса. Потому что, ну, это не вариант сейчас здесь сидеть. Дымы даю. Не вижу парапета тут. Тут лутано, все. Да тут понятно, лутано. Аккуратно, опять могут, парни, могут засаду сделать. Просто могут сидеть. На крыше. О, секретный свет, не пацаны, обмен. Секретки обменять? Нет, нет. Так, тут, скорее всего, полностью лутано, да, ракеты, до всего такого. Типа. Нас типы поднимаются, типа поднимаются, хай играют. Хай играют, там. Нет, здесь. Ушел, убьем. Двойка минимум. Парни, давайте то здание займем, где лед опять. Давайте займем мостик. Направо, по льду. Дурмиритори. Ладно, разберем. Я забираю. Давай направо. Погнали. У нас тут-то. Тут-то. Тихо. Молик там. Дал молик. Будка не лутнула. Вот это здание можно брать. А они могут там сидеть, если тут тип. Поднимается. У нас тип поднимается. Молик даю. Молик, видите, один. Уходим в это здание, давай. Двойка тоже. Хам, сюда иди, хам. Тип пробежал, фулл-оффом пробежал туда. Слева с двушки, я так понимаю. Один кто полез? Пацаны, НГЛ, у тебя вся рамка, у тебя тут, ты чё? Аккуратней. Вот здесь на парапете. Ног, убил. У него рамка, пацаны, по-любому. ХЗ. Чекните быстро. Здесь не лук, пацаны, парни, здесь не лук. Вооружайку открываю. Окей. Че, ратка была у них, нет? Да, он там бутальный. Нам главное свое, пацаны, блять, выйти. Блять, одна фиолка. И усилиться, пацаны, и все. Парень, тут не лопнул, я пошел. Почекай. О, видите, там стреляется. Там бот по мне работает, бот. Парни, слышите? А сопроводите НГЛ, пожалуйста, до выхода, а? Че за взрывы спереди? НГЛ, сейчас забери, смотри.
I got supplies. Тогда надо, получается, надо, чтобы двое уходили опять. Хотя, пацаны, мы можем, смотри. А можем просто 2400 у нас получается, 2, сколько, 2500? 2400? Ну, 3-3 у нас, 3 есть с киллом. Забирайте, будет, парни, сейчас. Заберите все, что есть. Вот, парни, даже больше 3 с лишним. Парни, заберите, вот там не хватает места. 3-400 просто забираем, усиливаемся, в принципе, нормально. Слева, типа, не топать вообще. Парни, вообще не двигайся. Все, вообще не двигайся. Просто даже не приседайте. Все, ждем. Нужно, главное, аккуратнее отработать, все. МГЛ, забери вот это все. Да, пацан, короче, скинул, я рад. Я пошел туда. Парни, просто сопровождайте, если что. Ну, если что, отбежим. Я все равно далеко не буду убегать. Я чисто тут, около попада. Смоки! Какой мост? Они из Factory, может, меня услышали. Они вот-вот кидают. Да, вижу, вижу. Меня услышали. Они меня фул услышали, кидают мне молики. Нормально, все, НГЛ. Я, если что, здесь буду крыть. НГЛ хам. НГЛ хам, если что, уходите там через... Где дверь черная с той стороны? Через ракету. Окей. Это окей, голки. Бегут. Тебе подходят. Подошел один. Вот тут у меня стоят. Они трое тут. Видь, тебе надо их убивать. Они увидели мужика. Что за хуй? Нормально, нормально, я смотрю. Попади один, меня молик говно. Я помогаю. НГЛ, сюда ко мне. Меня увидели, то, что я прошел. Пока не идут, море к нам дали. Мы не сможем идти. Пока с***. Хорошо. Нормально, все, куда все, 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 играем, играем, играем. Перебежаем, перебежаем, перебежаем. Они здесь, с той стороны идут. Нет, стой, стой! Тебе обратно, вытыкай! Все, все, тихо, тихо, все, все, я понимаю. Я просто думал, что ты это, типа, ну, не сможешь. Они слишком много утила тратят прям впустую. Мы можем просто спокойно выйти, спокойно и все, ну, отыграть. Бегает за и бежит сюда, близко подходит, у меня прям за стенкой ходит. Идут пушить, по-моему, тихо. Втроем все топают. Тихо, не топай. Влево не видно. Не топай, никого. Тихо. Дай тишину полностью. Не топаем. Полную тишину, пацаны. Он за стоит, он прям за стоит, вот, угол, сзади, внизу, не внутри. Внутри. Да? Внизу? Дымят. Нет, он... Окей. Я услышу, начну поегреть. Да, если что, НГЛ, ты уходишь. Они пойдут. Не понимаю, что мы... Они... Да не то, что даже, тут со всех углов их могут зажать. Если бы один вот сейчас бы туда сел, то бы они бы вообще не запушили никак. Не очень тихо, либо просто сидят, либо я не знаю. Не, они походу слиняли. У них, видимо, знаешь, у них походу лута много, они, видимо, всех перекрыли здесь. Можно просто уйти на выход. Я побегаю. А ты все отдал, да? Ты все отдал? Да. У нас с НГЛ больше. Ну смотри, просто смотри, вот такая, если тебя убьют, если тебя следит, ты можешь нам минус лям принести, понимаешь? Минус лям дать. Я понимаю, я просто побегал, чтобы вдруг они зашагали. Они ушли полностью по метро, они могут лут встать вообще. Не вижу, если... Да, НГЛ, давай. НГЛ, давай ближе к нам, брат, на всякий случай. Фиг знает, что будет. Мало ли. Парни, аккуратно, мало ли кто на карте есть. Оглядывайтесь, смотрите. Любой шум на карте привлечет внимание. Давай что-нибудь нормально, сыпани-ка отсюда, ну-ка. Ну. У меня типы! У меня ОХП. В этом-то и есть проблема. На камне, передо мной. Watch out. Видишь? Фоп, он по тебе должен быть. Ушел чуть левее, ушел от меня левее. А на камне так, на камне, меня не видит. Под меня, наверное, откроется, да? Да, хорош. Нет. Больше не вижу. Подхожу лутать. У него рапка будет. Ну что ты тут? Он в рапке сидел. БТК, не палец, я здесь-то там. Кула минус хам, который немножко пожадничал. И хама будут добирать. Минус 600к для кентов. И вот стоила ли драка того, наверное, просто была она неизбежна. Вышел в лоб, бежит, убиваешь. Леху, такого убивать надо. Вот за камнем. Вот крути, крути дальше, он крути за камнем. Акула, брат, прости. С любовью, дорогой. Чуваки, они походу одному ротку скинули и пошли побегать за нами. Потому что только 3 раза все катку. Нормально, 3900 и 3 кило. Найс, они нам, кстати, принесли. Кстати, они нам принесли 2 кило. Это, считай, 800 тысяч принесли с собой только. Результаты за этот матч, дорогие друзья. Вау! Как будто бы вау! Это что, камбэк, что ли? Зербин Тим были вторые, и за эту карту выносят на 700 тысяч больше, чем Кент Тим. Вот так вот. Киллы решают, получается, в метро рояль. Ну, в этой карте, по крайней мере. Все, пацаны, не расслабляемся. Последнюю катку должны нормально отыграть. Что-то меня фризануло. Такая же история. Прям фризануло. Не было ничего. Справа бежит, Соник. Справа бежит, Соник. Я побегаю. Успеваю. Пацаны, я не успею. Я сейф.
посмаками. Парни, я не выйду отсюда. Фул смоки, давайте. Они по праву побежали. Слева один, двое справа. Парни, фул смоки. Слева. Дайте коридор смоков, чтобы я от вас отошел. А, у нас, видите, далеко. Я очень, пацаны, далеко. У нас слева один, аккуратнее. Вот тут вот. Пацаны, еще на меня, парни. Все дымы на меня закидываем. Они прошивают. Они не стреляют, поэтому. Да. Нормально, я кинул смог какой-то дальний. Резко. 2 секунды, аптеку езжаю. Уходим вниз. Уходим. Я тапаю. Все, уходим. 5 секунд. Все. Нормально. Давай вагонетку отгоним, принимаем их здесь. Стой, назад, да? Все, здесь, пацаны, сидим. Вообще не шевелитесь, пацаны. Да, МГЛ, сядь там. Все, и вообще не топай. ХАЕшка прилетает. НГЛ, вообще не двигайся. Пацан, даже не юзайте эти патроны, ничего. Все. Энергетики. Ой, так резко все замолчали. Есть! Спустился. Идут, тихо! НГЛ, ты последний. Еще один. До конца их пропускайте. НГЛ потом в спину. ХАЕ. Спалили, уходи, НГЛ. Спалили, б***ь. Молик, давай. Так это не его спалили, скорее всего. Смотри, там 3 уже ХАЕшки взгревает. Минус Кент. Дальше начинает подпушивать потихоньку. Один. Молики продлевайте, молики. Продлевай. По одному кидайте, пацаны. Молики. Я на гет хожу. Я кину следующий. Все, не кидайте. Поехали. Еще молик. Садись, я на ноге. На ноге. Давай. Короче, я спалился, когда под лестницей меня было видно. Я чуть-чуть шваркнул. Не, надо было ждать, чтобы они прям наполовине были в переходе. Давай зажимать их с двух сторон. Если что, примем тут. Опять наверху сидят. Там, в комнате. Я говорю, они не пойдут, скорее всего. Это смерть, есть, типа. Бегу! Ждем и ХАЕшку надо будет таймингу. Потому что они будут прехать. Тихо, вот они чекают. Они 8x, пацаны. Чисто 8x сюда чекают. Не. Нет, типа, только пикнешься, сразу башка светит. Дымят. Ой-ой-ой, на киберспорте. Вот теперь хорошо. А теперь можно зажимать. Давай в дымы, пацаны, хорошо дадим. Поехали, зажимаем. Зажимаем. Нормально продамажил. Опасно. ВТК опасно, очень опасно делать. Хорошо. Нокнулся. Найс. Смотрю спину сол. Чуваки, не заигрывайся. Парни, не заигрывайся, они отойдут по-любому. Не надо. Смоки рассеиваются. Контролем. Подхожу. Еще дали смоки. Они дали дома. Нормально. Пацаны, это смок очень хорошо. Смок есть. Нокнул. Найс. Далеко, забейте, далеко. Не надо, не дай. Отхожу. Может, в ратку уйдем? Нормально все. Не-не, они думают, что мы их будем пушить. Пошли на рад, пацан, забейте, все. Ладно, скипим, пускай они сейчас там будут долго думать. У меня сверху, ребят. А можем на факторе вообще выйти. Давай на другую сторону, да, выходим на другую сторону. Здесь нет смысла. Нас здесь сейчас еще эти еще подожмут нас. Они здесь, да. они поняли, что мы здесь. Они поняли. Можем на ракеты выйти. Они поняли, что мы тут уже, поэтому тут бесполезно. Типа передо мной бежит! А, это вагонетка, боже. Ты че, слышишь? Я тоже испугался. Тип бежит. А, это твой тип. Это тип. Да, это тип. Догоняй, он на срадки уходит, пацаны. На вагонетке, газ. На вагонетке. Да. Езжай вдвоем, прям езжайте вдвоем. Топите. Топи, мы добежим. Бежим, убивай. Ай, хорош. Сколько у него радочка. Он на раз, по-любому он хотел на срадки уйти. Нормально, его. Серьезно? Он фуловый, просто радка. Хорош, прикинь, сейчас лицо. Просто надо лицо душнил. Лицо сейчас душнил, я хочу это увидеть. У него там 3 слитка. Забрал красные фиолки чуть-чуть. 2,5, нормально так.
Давайте одного отпустим или что? Сейчас скажут, а Дани с читами играет, спалили, где они? Так я причем смотрю, кто-то бежит, прицеливаюсь, вагонетка появляется. Думаю, ну вагонетка, наверное, так не прогружается. Блин. Да, я тоже. Не прогружается вагонетка, и за ней чел бежит. Парни, аккуратно, они сейчас могут пойти сюда спасать. Я это надо видеть в лицо. Нет. Когда они, наверное, такие радостные отправляют его на выход. А тут, назас. Есть на бойсе, пацаны. И справа есть. Да. У нас типы. Звук. Над нами играет, нет? Отошел назад. Минус один. Да есть получится, нет? Не знаю. Закидываю второй этаж, Молик. Убежал. Чуть дальше. Найс. Вот здесь тип. Пошли по право. О, они файтят хочу. Найс. Прохожу. Лучший. Тангел, что ты делаешь? Хорош. Тихо. Я сзади контролю. Типы на окно факторе. Я второй этаж долезаю. Это что такое? Забрал. Да, ай-яй-яй. На контейнере, пацаны. Какой контейнер? Хорошо, я залез. Вот сюда, наверх. Вот он наверху. Вот наверху лежит. Окей. Меня закидывают. У меня передной в упор, двойка. Одного нокнул. Двойка убегает. Где? Один убежал. На воде. Налет. Аккуратнее. Я подниму. Не, видите, где? Факторе окно. Пошли, отойдем. Убежали, погнали. Отходим. Парни, вот это здание занимаем. Делаем, нормально. Здание вот это забираем. Я там лутаю, Лутай. Тикей. Я прошел. ВТК, там типы оттуда, они там находятся, ВТК. Я залутаю. У нас взрыв на воде. Короче, пацаны, что хотят делать, я пошел лутать, это уже скоро. Вот это ПКшник, это не жиговский. А где же ПКшник? Письмо чёрное выплыло. Парни, где-то сверху я его убил. На ракетах вот тут где-то бегает, не понимаю пока что. Да, бегаю там один. Watch out! Лялись ему кидают. Аккуратненько. На факторе кайфер. Двое слева. На первом. К вам прохожу. Двое под забором. У меня ракета же. Не вижу. НГЛ, у тебя радка, НГЛ. Ты отдал радку, нет? У меня, это БТК. БТК, отойди, к хаму. Я отошел, не знаю. Они все, пацаны, там в конце. Это здание. Да, гиб вышел. НГЛ чекает вот здесь. Прибежал. Нокнул. Влево нок. На ракете. НГЛ спина. Это разные? Нет? У меня сзади, пацаны. Чел уже пошел. Михаил, лицо кинули. Успел. Пацаны, я уходить буду. Парни, уходи, да. Уходи. Пацаны, здесь, короче, уже лед есть. Не опор. ВТК. Они вот этом здании. ВТК, сейвся. Лех, уходи. ВТК, лед. Watch out. Едолов сидит. Молик дал нам добыть. Нужно главное светить его пометить, отсидеться просто. Так у меня вся радка 3 ляма. Ну, ничего страшного. Главное ее не отдать никому. У нас килами. Найс, не отдал. Да, он такой лутает. Вить, уходи. Давай начнем уходить. А смысл? Пусть вызвана, тормит. Смысл мне уходить? Там подниму? А, нет, уже не подниму, да? Нет. А кто тебя? Я сейчас он ушел. Это еду. Не, да, ты не успеешь, я быстро чеку. Добить надо, Вить. Не могу. Ну, добили, скорее всего. Шесть киллов есть, да, пацаны? Надо хотя бы один кил засейвить. У нас пока до миллиона. Шесть киллов это просто, это все равно, но оно засчитается же, нет? Да. У нас минус только 37 тысяч вообще прибыль, смотрите. Опа, бой. Вот он. Добил. Ладно. Открылся под него. Главный был. Ладно, 6 киллов. Ток не добил, а? Общие результаты, дорогие друзья. Кенты Тим забирают невероятный топ-1. Это было примерно понятно с первой карты. И лутают $600, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, это 600. $600 лутают эти ребята невероятным просто масштабом. Красавцы.